У сильных мира сего всегда было много врагов. Но если ты сильный, ты обречен на это. А это значит, ты должен уметь себя защищать. Первая мировая началась с убийства эрцгерцога Фердинанда в автомобиле. И с тех пор автомобиль стал самым уязвимым атрибутом политиков и финансовых воротил. Но уже в начале 30-х дело защиты особо важных персон автомобильные компании решили поставить на широкую ногу. В конце концов, броня стала лишней приманкой для клиентов. Абсолютно безопасного автомобиля не существует. Его просто невозможно создать. Это вам скажут в любом ателье, где обычные машины превращают броневики. Однако максимально защитить клиента можно, и для этого у каждого есть свои секреты, которые всяк тщательно хранит. Поверьте, эти кадры было нелегко снимать. За каждым движением оператора следят 6 пар крепких глаз ребят-охранников. Что можно, а что снимать нельзя, оговаривается заранее. Шаг влево, шаг вправо, сами знаете что. И здесь есть из чего. В мире сейчас насчитывается несколько десятков серьезных компаний, которые одевают лимузины в броню. Но самые серьезные из них не независимые конторы, пусть и с опытом и авторитетом. Производителю куда проще добиться желаемого результата, ведь в распоряжении, например, того же мерседесовского подразделения ГАРД и технологии полигоны для испытаний. И то же самое происходит и на BMW, и на Audi, которые тоже сами предлагают бронированные версии своих флагманских моделей. Обстрел машины – самое зрелищное испытание. Трудно сказать, где это смотрится эффектнее – на пленке или вживую. Но так или иначе, эти съемки делаются только авторизованными операторами. Однако обстрел – одна из заключительных фаз испытаний. Для начала все нужно рассчитать. Сегодня подавляющее большинство защищенных легковых автомобилей имеет так называемое скрытое бронирование. То есть внешне это обычные машины, и не специалист не отличит броневик. Конечно, видны более толстые канты стекол, да и сами стекла на просвет немного искажают пространство. Шины имеют странные боковины, но в целом это вполне гражданский костюм, под которым ненавязчиво одет бронежилет. И вот как его одеть, в этом вся хитрость работы. Производители тут явно имеют преимущество перед независимыми компаниями. Хотя бы даже потому, что им не надо разбирать уже готовую машину. А бронирование может идти уже на стадии сварки самого кузова. И элементы защиты могут ввариваться или крепиться уже в несущую конструкцию. Существует определенная градация броневиков по степеням защиты. Самая высокая – B6, B7. Она гарантирует от проникновения пули, выпущенной из любого стрелкового оружия, включая самый убойный в этом плане автомат Калашникова, причем старый – АК-47. Нам показывали стекло, расстрелянное из такого оружия. Оно, в смысле стекло, выдержало. Но самое главное, что отличает высокозащищенную машину – это гарантия от поражения через самые уязвимые места. Стыки кузовных панелей, двери, фары, стыки стекол с рамами, ручные дверцы. Тут применяются особые хитрости, о которых инженеры не любят распространяться. Но суть такова. Защита делается многослойной и внахлёст. И самое главное, чтобы осколки стекол, отлетающих в салон, так называемыми вторичными осколками, не ранило внутри сидящих, а посему изнутри многослойные стекла оклеиваются специальной пленкой. Собственно, о крепости этих машин напоминает покушение на Эдуарда Шеварднадзе, когда бронированный на заводе 140-й кузов выдержал выстрел из гранатомета. Эту машину, между прочим, специалисты ГАРДа изучали внимательно и даже забрали к себе в обмен на такой же новый броневик. Клиентов с громкими именами, а тем более занимающих президентские кресла, здесь ценят. Впрочем, о результатах исследований поврежденной машины даже сам хозяин может не узнать. Кажущаяся дружелюбность на деле заканчивается там, где начинаются лишние вопросы. Здесь не разглашаются ни имена клиентов нынешних, ни те, кому машины уже не нужны.
И уж тем более никто не приводит данных о том, сколько покушений выдержала или нет местная продукция. Только общие слова, теоретизирование. Вот такого типа автомобили, бронированные по высшему разряду, покупают США, Россию, Китай и Японию. Это основные рынки. А бронированные по четвертому классу, например, охотно идут в Латинской Америке, где очень развита уличная преступность. Такая машина защитит от выстрела из револьвера и удара молотком по стеклу. Но вернемся к максимально защищенным машинам. Их испытывает настоящая гвардия. И в арсенале гарда есть не только подразделения снайперов, но и свои саперы. Но эти автомобили должны уметь защищать тех, кто внутри, и не только в экстремальных условиях, не только от пуль, гранат, но и в обычной жизни, от дурости или ошибок своих водителей или чужих. А ведь кузов тут имеет несколько иную структуру, он много жестче, машина тяжелее в полтора раза, а значит сила удара будет больше, а вот поглощать ее энергию автомобиль будет хуже. Так что системы пассивной безопасности автомобиля приходится дорабатывать. И о том, на каком серьезном уровне ведется эта доработка, можно судить хотя бы потому, что все автомобили проходят всю серию крэш-тестов, так же, как обычные конвейерные машины. А ведь это не 3 копейки разбить броневик. Кстати, стоить такая машина может под 500 000 евро, в среднем около 300-350 тысяч. И это неудивительно, ведь помимо серьезнейшей инженерной проработки, это настоящий эксклюзив, ручной труд, где каждая машина делается под конкретного клиента, а каждая деталь бронекорпуса подгоняется вручную, хоть и вырезается по математическим лекалам лучом лазера. Это настоящий инт-пошив. Причем, что очень важно, и здесь опять плюс на стороне большого производителя, каждую детальку, каждый стык можно обработать антикоррозийкой еще до полной сборки кузова. Дело в том, что броневик, как правило, живет в гараже своих владельцев дольше обычных автомобилей, а то и по нескольку раз меняет хозяев. Представьте себе, что он начнет гнить изнутри. Этот процесс уже не остановить, нужно резать кузов. Кстати, именно поэтому кузовной ремонт после аварии выполняется только в присутствии представителя компании, а то и вовсе битую машину везут в Германию. Кстати, процесс сборки не так, чтобы очень охотно показывают, держат в тайне технологию. Ведь сейчас можно увидеть то, что когда кузов будет сварен, навсегда скроется от глаз. А поэтому показывают то, что можно. Хотя не специалист никогда не поймет, что можно, а что нельзя. Сборка машины – самый ответственный момент, ведь, во-первых, все лишнее для гражданского автомобиля из элементов бронекорпуса должно быть установлено так, чтобы вписываться по максимуму в обычный гражданский кузов. А во-вторых, допущенные ошибки, если они всплывут, исправить можно будет только с помощью болгарки и гидравлических ножниц. Но это так, из области теории. На практике этого не происходит. Весь процесс компьютеризирован, и даже сборка машины предварительно происходит на своеобразном виртуальном уровне. В рамках компьютерного моделирования. Установка бронестекла – отдельное таинство. Эти 200 кило должны встать в укрепленную рамку, причем встать так, чтобы не вызвать никаких напряжений, иначе многослойное стекло как-нибудь треснет в самом неподходящем месте, причем где-нибудь внутри. И это полбеды, но ведь в трещине будет скапливаться влага, стекло начнет потеть, и вот тут, чтобы такое стекло оттаяло, должна пройти вечность. Но современные материалы почти исключают эту возможность. Кстати, о материалах. Если 50 лет назад бронедверь весила около 400 килограммов, то сегодня в 4 раза меньше. Ведь бронелисты теперь идут бутербродом. Не с другими кусками стали, а с кевларом и пластиками. Собственно, те же современные материалы идут и на защиту пола, потолка и зашиваются под обшивку. Хотя сталь никто не отменял. Отдельная тема – это бензобак. Хорошо бы на броневике вообще обойтись без него, то есть не возить с собой бомбу внутри. Но машина без бензина не поедет, а значит тут нужно придумывать особую защиту. Помимо того, что бак кевларовый, он обвешивается огнеупорными панелями. Кстати, огнеупорными и пуленепробиваемыми панелями закрывается не только бак, но и другие жизненно важные элементы под днищем.
Ведь это самое днище должно выдерживать взрыв гранаты. Подвески и тормоза здесь тоже свои, ведь машина в полтора раза тяжелее, а тормозной путь у нее всего длиннее на метр. Представьте себе, эта туша с 80 км в час останавливается до нуля, пробегая всего 31 метр. Это лучше, чем, например, легкие «Жигули». А вот двигатель особо не защищают. Зачем? Ведь даже с пробитым блоком, без масла и тосола, он сможет работать еще несколько минут и вывести хозяина в безопасное место. А потом погибнуть, спасая жизнь. Ну а если и его обвесить броней, объясняют немцы, и без того тяжелая машина будет плохо управляться и тормозить. А вот и та самая защита днища. Тут особо обращают внимание на тормозную систему. Часто ее и вовсе дублируют. Откажи тормоза на большой скорости и не скажешь, что хуже. Гранатомет или такая незадача. Или вот еще, на первый взгляд, мелочь – стеклоподъемник. Между прочим, в 30-х в некоторые броневики вместо стеклоподъемников вовсе ставили гидравлические домкраты. Сейчас стекла стали чуть легче, но все равно. И тут самое главное – не как быстро окно откроется, а как быстро оно сможет закрыться. Ведь любой современный дорогой бронированный автомобиль должен быть абсолютно герметичен. Террористы нынче не только стрелять умеют, они еще и химии обучаются, и пиротехнике. Пусть часто и самостоятельно, но базового курса хватает на чтобы творить всякие безобразия. Так что в машине стоит мощная система фильтрации поступающего воздуха и рециркуляции онова. То есть на довольно продолжительное время автомобиль может превратиться в некое подобие подводной лодки. При этом система инициируется простым нажатием кнопки «Тревога». Тут же поднимаются все стекла и перекрывается поступление воздуха извне. Блокируются двери. Активируется система пожаротушения, если под машиной или внутри нее возникает пожар. Общение с внешним миром через интерком или по телефону. Ну и, конечно, один из самых тонких и уязвимых моментов – шины. Они особые, с мощной внутренней ребордой. Конечно, такое колесо много дороже раз в 10 и тяжелее обычного, но позволяет проехать 100 км с гарантированной скоростью в 80 км в час. При этом автомобиль остается полностью управляемым и подвластным водителю. Так что любой солидный броневик – это продукт настоящего хай-тека. Который, впрочем, может достаться далеко не каждому встречному. Именитые фирмы ведут досье на свои машины и тщательно оценивают возможных клиентов. Нет, даже не на предмет их кредитоспособности, а на предмет их лояльности ценностям человеческой цивилизации. Как ни громко это звучит, но в гарде говорят, если придут, например, от Бен Ладена, мы откажемся продавать машину. Нам реноме дороже. Впрочем, в дальнейшем при перепродаже повлиять на судьбу автомобиля сложно, а вот купить через подставное лицо проблематично. Службы безопасности это дело отслеживают как могут. Но по большому счету, как бы непривлекательно выглядели эти самоходные рояли, лучше на метро, чем так, когда вынужден прятаться и бояться.